Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимазы, и мы продолжаем играть GTA Vice City. Давненько не было видео по ней, пора вернуться. Короче, единственный выбор, который у нас сейчас есть, это полковник Кортес. Мы, собственно, едем к нему. Посмотрим, какие он нам задания выдаст. Надеюсь, что что-нибудь интересное будет. Томас, я очень рад, что ты пришел. Извини, что сразу перехожу к делу. Диас попросил меня проследить за небольшой сделкой. Будем надеяться, что она пройдет лучше, чем в прошлый раз. И я подумал о тебе, дружище. Я кое-что оставил для тебя на многоярусной стоянке. Забери это, а затем отправляйся и удостоверься, что все пройдет гладко. Диас, он же крупный главный наркобарон в Вайс-Сити. Рикардо Диас, главный наркобарон города Вайс-Сити. Он у нас. Интересно, интересно, да. Ладно. Не знаю, нам нужно ли нам сейчас оружие, я думаю. В принципе, почему бы и нет? Давайте запасемся немного. Наверняка пригодится в будущем хотя бы. Что тут есть? Вот этот дорогой слишком пока не нужен. Вот давненько я что-то на самом деле GTA 3. Очень давно. Последняя серия вышла, по-моему, в прошлом году даже. Или в начале этого года, не помню. В общем, давно не было. Надо бы тоже вернуться к этой игре, наверное. Все-таки, все никак не до этого, блин. А, свернуть надо вот здесь. Сейчас... Да блин. Неудобно проезжать в некоторых местах вообще. О, вот это оружие, так оружие. О, вот тебе и удостоверься. Слушай, тебе нужно что-то делать, а не следовать за мной. Как тень. Покажи, на что способен. Так я этим и занимаюсь. Кстати, меня зовут Лэнс Вэнс. Томми Версади, пошли. Так. Тачка у тебя, конечно, суперская, блин. Просто вообще слов нету, какая суперская. Хотя бывает и быстрее. Так, а вот и Диас. Ты, наверное, новый стрелок Кортеса? Но пока не появлялся еще более подходящих условий. Они будут здесь минут на минуту, нам лучше занять позицию. Ладно, я буду на балконе, а ты займи на той крыше место. Вот это оружие используем мы. А вот и кубинцы. Старайся быть поближе к Диасу за сделкой, чтобы все прошло шито-крыто. Шито-крыто нифига не пройдет, это я уверен на 100%. Не зря же нам оружие дали.
Блин, жалко приближать эту штуку нельзя. Ну, я так и думал. Вот лучше стрелять им в голову, постараться. Да блин, ну сколько их, а? Прикольно, кстати, тут кровавая система реализована. О, еще вот они здесь. Кровище прям вылезает из них. По-моему, это только в GTA Vice City такое есть. В San Andreas тоже можно голову с пулями оторвать. Мои бабки! Не стойте на месте, козлы! А ну преследуйте их! О! Полезное оружие, я его возьму. Блин, управлять мотоциклом не очень удобно, конечно. Короче, в San Andreas тоже можно, так сказать, стрелять в голову, и чтобы у него голова оторвалась. Там никакой, но кровищи никакой там нет. Такой прям, как здесь. О, я сейчас перевернусь, я сейчас перевернусь. А, нет, не перевернусь. Первый раз, когда проходил, перевернулся. Отлично. Хорошо в этот раз получилось. С него бита, что ли, выпала? А, это или это... Ладно, в общем, не важно. Я когда первые разы тут эту миссию проходил, я все время долго за ним гонялся. В этот раз что-то получилось быстрее. Ладно. Едем назад. Нам же лучше. Что получилось? Так быстро все. Я живой, козлы. И это все благодаря тебе. Как тебя зовут? Томми. Скоро увидимся, амиго. Ну, мне так кажется. Где Лэнс? Отлично, отлично. Я знаю, где будет следующая миссия. У Рикардо Диаса как раз таки она будет. Я бы не хотел бы сейчас ночь бы, конечно. Так, дайте посмотреть на карту. Оп, ой, куда я выпал-то на ходу? Случайно. Алло? Томми, это Рикардо Диас. Я хочу тебя поблагодарить за поддержку моих людей. Я спросил у этого фига Кортеса, и он нам сказал, что ты реальный чувак. Почему бы нам не встретиться? Мне нужен такой парень, как ты. Все, кто меня окружают, мадафакер, я сделаю тебя богатым. Отлично. Рикардо Диас это меня устраивает. Вполне, наверное. Рикардо Диас живет в офигенном просто месте. В шикарном, огромном особняке. Ну-ка, где мы едем с вами? Надо где-то мост тут найти, который на средний остров нас переведет. Так, вот мы едем где с вами? Здесь едем. То есть надо здесь повернуть. Блин, вообще не хочу ночью ничего делать, ну ладно. Вот, где живет Рикардо Диас. Только посмотрите, какая домина у него. Просто обалдеть.
Короче говоря, сохраниться решил, на то ночь меня не устраивает. Да, может это читерство, что я сохраняюсь в любом понравившемся месте, но... В GTA 5, например, можно сохраняться где захочешь. Ну и в принципе-то, если когда ми... Он в Android-версии GTA Vice, например, когда проваливаешь миссию, то можно будет не ехать в обратно в конец города там, а чтобы прям сразу оказаться здесь. С помощью сохранений. Ну и там оружие, кстати, не пропадает. Это тоже можно сказать. Так что я не считаю, что это особое читерство, это просто... Вообще, я сейчас сохранился, на самом-то деле, только для того, чтобы ночь исчезла. Ладно, короче, какое у нас задание сейчас будет? Давай, детка, поехали! Ага, давай! Ой, тупая фигня, я тебе башку отстрелю, блин. А это что за урод? Томми Версади, ты же помнишь меня, да? Ой, извини, я просто нервничаю немного. Никогда не доверяю плохим лошадям. Ты хорошо поработал, теперь ты будешь работать на меня. Я работаю ради денег. Но я повторяю, ты будешь работать на меня. Тут один козел меня предал. Он думает, что я не знаю, сколько я должен заработать. Знаешь, кража 3% то же самое, что кража 100%. Кто меня смеет обворовать? Да никто. Проследи за ним от квартиры и узнай, куда он поедет. Позже мы их завалим всех. Да. Психованный ты, конечно, немного, Рикардо Диас, блин. А вот эта тачка офигенная. Возьмем ее. Да, тут банда Диаса есть. Чуваки. Если на них наехать, они по нам стрелять будут. Так, что это за миссия? Там надо будет... А, вспомнил, тут надо будет преследовать этого чувака. По-моему, надо будет прыгать по крышам и где-то вот здесь начать его преследовать. Давайте сохраним машину вот здесь, поставим ее. Не знаю, сохранится она или не сохранится, но попытка все-таки не пытка. Скорее всего, не сохранится, потому что машины все время исчезают. Посмотри в окно. О, блин. Так, за ним... Его нужно преследовать, но... Стрелять по нему нельзя. Близко к нему держаться нельзя, потому что он по нам стреляет. Сейчас бомбанет. Я помню, он сейчас взорвет эти бочки. Ладно. А, моя тачка сохранилась, кстати, прикиньте. О, блин. Тут все горит. Моя машина сохранилась. О, видите, не зря я ее туда ставил. Близко к нему лучше не приближаться. Блин, он в колесо мне попал. Не будем ехать быстро слишком, а то он машину, он как-нибудь еще взорвет потом.
Блин, уворачиваться надо. С пробитым колесом вообще сложно уворачиваться. Блин, может он быстрее будет ехать сам. И почему полиция никак на это не реагирует? Не принимает, не предпринимает никакие действия. Неужели им пофигу на то, что тут войны гангстерские, блин, идут? Преступления, убийства и так далее. Я помню, кстати, куда он приедет. Точнее, помню, как выглядит то место, куда он приедет. Блин, наверное... Блин, он еще два колеса прострелил. Наверное, надо было на мотоцикл садиться, а не на эту машину. На мотоцикле его легче догонять, на самом деле. Это капец, как так ехать вообще можно, блин? Вроде бы осталось недалеко уже. Поэтому, думаю, доедем. Впрочем, фиг с ним, на мотоцикл сядем. На мотоцикле легче будет уворачиваться от пуль и... Ну тут... Но все-таки это все равно хорошо, что я тачку там оставил, потому что тот мотоцикл... Ой, блин. Тот мотоцикл, который там стоял, он медленный очень. Хотя вот у этого колесо пробито тоже стал медленным. Вылезай из машины, блин. Так, возвращаемся к Диасу. Чик-чик. Какая красота у него здесь, а? Почему ты такой неумеха и дурак, а? Дурак, 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 дурак! О, Томми! Что такое, Рикардо? Эти идиоты всегда пытаются надуть тебя. В этом вся проблема. Как ты думаешь, что ты делаешь? Эти козлы меня просто сводят с ума. Скоро любой бык будет мнить себя боссом в Вайс-Сити. Кто, например? Понючая мафия? Банда должна иметь под ногами твердую почву. Потому что Квинтин здесь. Он прокатит тебя над районом, уничтожь. Как ты думаешь, что ты делаешь? Лэнс Вэнс опять. Что ты здесь делаешь? Эй, я тут пораспрашивал и... решил, что это Диас сорвал сделку и убил моего брата. Послушай, я сам займусь Диасом. Он мне доверяет. Здоровье Хелли. Это вертолет так называется, что ли? Меня одно волнует. Что с Квинтин? Меня всегда трогала такая работенка. Квинтин Вэнс. Вэнс, твое имя Лэнс Вэнс? Да, с меня достаточно школы, блядь. Лэнс Вэнс, бедный ты козел, блядь. Мы куда летим-то вообще? Остров Проун. Приходилось из такого стрелять. По пути потренируюсь. О, прямо сейчас мы и потренируемся. На кораблях на этих. Красота. Два корабля взорвали. Да, вот мы сейчас мы их завалим вниз. И следили за этим гадом. Специально, чтобы узнать, где они были. Да тут война настоящая, тут целая.
Давай туда тоже лети. Че ты дальше? Вниз опять будешь следать? А, еще один жив остался. Встал у меня на дороге, козел. Ты проиграл. Не-не, это вы проиграли, ребята, вы проиграли. Ладно, теперь ты будешь работать сам. Удачи тебе, братан. Так, я возьмусь другим, использую другое оружие для этого. Блин. Все? Забрали бабки, да? Зашибенно, зашибенно, ребята. Фух. О, у Эвери Керрингтона задание, что ли, есть? Ладно, сегодня мы будем выполнять задание Диаса, ребята. Не будь такой недотрогой, блин. Оу, смотри, куда направляешь пушку, да? Да, больше не будет никакого птичьего дерьма на моей машине. Думаю, что нет. Ты прав, зараза. Теперь слушай. Знаешь, у кого самая быстрая лодка на восточном побережье? Нет. У меня. Точнее, я хочу, чтобы это было у меня. У любого контрабандиста отсюда до самого каркаса есть только одна мечта. Самая быстрая лодка. Ходят слухи, что на лодочной станции буквально вчера появилась такая же. Чтобы достаться кому-то... Короче, она мне нужна. Мне нужна эта лодка. Вот еще, я думал от этого избавиться. Откуда они все берутся, а? Голуби. Мне кажется, твои птички вернутся. Угнать для тебя самую быструю лодку на восточном побережье? Ого, обожаю желтый цвет. Так, где наша станция? О, здоровье мне нужно, здоровье. Да блин, зачем мне эти картинки-то показывать? С перехода в раю... из района в район. С острова на остров, точнее. Зачем мне вот это все показывать? Объясните мне, блин. Так, вот здесь надо быть осторожным.
Воу-воу! Они везде. Они из мощных пушек-то стреляют. Да блин, где еще? Кстати, вот в этой миссии лодка может быть вообще любого цвета. Я первый раз, когда играл, она была золотая. Да блин, когда они кончатся, а? Что-то много их. В общем, не важно. Сваливаем отсюда быстро, блин. Ни в коем случае нельзя, чтобы ее взорвали. Быстро, 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 давай. Особняк Диаса прям по курсу. Ой-ой-ой. Полицейские катера напали на меня. Ну ничего. Мы в любом... Мы все равно сейчас выиграем, потому что... Мы уже доехали. Ух, наконец-то. Ладно, на этом, наверное, стоит закончить. Как думаете? Посмотрим. Блин, как, блин, вот это домино у него, это жесть какая-то. Алло? Томми, это полковник Кортес. Я верю, что ты человек дела, поэтому помоги мне, пожалуйста. Ты найдешь меня на яхте. Да, конечно. В следующей серии. Ну а сейчас, всем спасибо за просмотр, с вас лайкос, подписывайтесь с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте, я правда там редко чего выкладываю, но тем не менее, всем пока.